Фейерверки дядя Гриша представляет. 8-й международный фестиваль фейерверков «Звездопад». Национальное событие 2018 года. Пиротехническое обеспечение компании «Орион Арт», «Премьер Салют», «Фейерверк Мастер». Всем здравствуйте, ребята! Сейчас звезды затрещат. Фейерверки представления приятно удивят. Заветные желания исполнятся у вас. Ведь ваше настроение – награда для всех нас. Это отличное место для проведения фестиваля. Здесь большая открытая площадка, которую видно издалека и со всех сторон. Мы с удовольствием стали участниками этого фестиваля для того, чтобы показать вам наш уникальный дизайн фейерверков. Надеемся, вам понравится. Россия – хорошая страна для туристов и для туризма. Кроме того, здесь отличная погода и очень добрые люди. А еще здесь вкусная еда. Приехали туристы со всей страны сюда. Эмоции и радость мы дарим им всегда. Что если пропустили вы мега-позитив? Что если не застали вы этот креатив? Вы приезжайте в гости к нам в следующем году, не глядя на погоду и разную бурду. Эмоции и радость вас разом окружат. Фейерверк и представления вас вмиг заворожат. Отлично. Вам здесь нравится? Да. Восхитительное, потрясающее. Побольше таких мероприятий должно быть в городе Смоленске. Очень классная музыка, обстановка. Круто. За какую команду болеть? Мне понравился вот Maroon 5, которая... Норвегия? Да, Норвегия. Очень понравилось. Да, там в бит прям попадали прям четко. Мне очень понравилось. Как в целом фестиваль? В целом первый раз очень круто, очень круто. Последние два года это лучшее, что было. Почему? Опишите. Было заполнено половина неба. В моих глазах просто все светилось. Это было невероятно красиво. Серьезно, это было круто. Все будет восхитительно. www.zvezdopad.su